Все можно было играть на гитарах, не то что в нынешние времена, но именно эта мелодия считалась дозволенной к исполнению. Итак, «Эль Кондор Паса», «Полет Кондора». Я думаю, вы сами оцените. Вивальди, «Гроза». We'll be right back.
что все стоит так пожелать молодому человеку, чтобы в следующий раз, исполняя эту композицию, он носился по сцене, может быть, бросался на колени, а иногда даже падал с гитарой в зал. Ну, так как это и принято, в общем, на серьезных...